Суть до дела. Сегодня в Оренбурге открылась научно-практическая конференция судей области. Ее приурочили к 150-летию судебной реформы и 80-летию Оренбургского областного суда. В повестке вопросы истории, теории и судебной практики. В последней, как оказалось, немало проблем. Преступников и нарушителей меньше не становится, а суды буквально завалены делами. Около 100 уголовных дел в год, а уж по гражданским, там и до 3000 доходит. Работники аппарата, тут прямо беда, потому что зарплата очень низкая. У нас сидят и до 8, до 9, до 10, и в субботу, в воскресенье, и до будни. Участники конференции, провозгласив открытость своей деятельности, коснулись вопроса взаимодействия со средствами массовой информации. Улучшение связи как раз с вами, со средствами массовой информации, потому что без вас мы, немногие знают о нашей работе. Журналисты высказали свои пожелания и предложения. Участники конференции пообещали прислушаться и сделать соответствующие выводы.